С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас набор инструмента Hans ТК-82, то есть набор универсальный, который идет с комбинированными ключами на 82 предмета. Наборы Hans производятся на острове Тайвань. Инструмент профессиональный, премиум класса считается. Начнем с упаковочной коробки. Такая коробка идет сверху на самом кейсе. Хорошая полиграфия, очень красочно сделана. То есть тут полноценная коробка. Не так, как, допустим, на некоторых наборах. Просто накладка идет сверху. Но это, я повторюсь, кому нужно на подарок. То есть очень эффектно выглядит. Комплектация набора указана. Указывается lifetime, то есть пожизненная гарантия. Сзади модельный ряд наборов Hans. То есть можно подобрать еще дополнительно, поставить комплектацию. И указывается адрес, где делается набор на острове Тайвань. В наборе прокладка идет, которая идет между двумя крышками, чтобы не дребезжал инструмент. То есть тут тоже хорошего качества она. И видите, комплектация полностью инструмента, который идет в наборе. Начнем с трещоток. Две трещотки под 1/4 дюйма и трещотка под 1/2 дюйма. Трещотки здесь 24 зуба, то есть силовые. Реверс. Есть переключение флажок вправо-влево, также на 1/4 реверс. Трещотки разборные, два винта выкручиваете, вытягивается внутренность, можно обслужить внутри, смазать или заменить трещоточный механизм, они продаются отдельно. Есть быстрый сброс головки, одеваете, то есть видите, она фиксируется, нажимаете, снялась. Длина трещотки под 1/2 дюйма, составляет 265 мм. Ручка здесь полностью идет из пластика. По надписям Hans с логотипом на металле на рукоятке, номер по каталогу есть. И логотип Hans с надписью на самом пластике также присутствует. Под 1/4 также рукоятка пластиковая, те же надписи на металле и на пластике. Также 24 зуба, длина 165 мм. Отверточная рукоять, длина 150 мм, ручка пластиковая, надпись на металле хром-ванадиевая сталь, и видите, на рукоятке самой надпись Hans. Данная рукоятка может применяться с головками или с битами, то есть биты, которые уже с адаптерами идут. Также в наборе есть переходник. Вот такой вот маленький, под 1/4 дюйма. Это у кого есть биты, дополнительно комплект отдельно от набора. Вы можете вставить переходник, использовать эту ручку или использовать этот переходник с трещоткой. Такой вот еще дополнительный адаптер. Можно подключать трещотку, есть квадратный соединительный. Т-образный вороток, также он служит как и удлинитель 250 мм. Этот адаптер можно использовать для перехода с 3/8 на 1/2 дюйма, то есть у кого есть дополнительная трещотка на 3/8 дюйма. Вороток Т-образный под 1/4, видите, здесь головка сама черного цвета, она идет из хромолебденовой стали, то есть усиленная. Удлинители. Под 1/4 у нас три удлинителя. Вот такой гибкий 150 мм, 100 мм и еще один маленький 50 мм. Под 1/2 на 250 я уже показал. И вот такой еще и 125. На удлинителях также надпись Hans и номер по каталогу есть. Два кардана под 1/4. И под 1/2. Здесь карданы скреплены заклепками черного цвета. И внутри этот квадрат, который скрепляет, также черного цвета. Это, я же говорил, за Т-образный вороток. Это хромолебденовая сталь. То есть они идут усиленные. Набор бит. Под 1/2 у нас бит 15 штук.
и под 1/4, которая же с переходником, 17 штук. Бита здесь торксы есть, есть шлицевые, вот, шестигранники и крестовые. Биты применяются или с отверточной рукояткой, или с трещоткой. И биты под 1/2 у нас применяются с переходником, с адаптером. Вставляете нужную биту. И получаем такую конструкцию. Можно сюда подсоединять удлинитель. Это зависит уже от работ. Биты подписаны. То есть это PZ3. То есть если PZ3 она вот в своей ячейке. PZ4 также в своей ячейке. И также идут под 1/4. Также они подписаны все. Головки. В наборе шестигранный профиль. Головок под 1/4 дюйма у нас 13 штук, вот они отдельно идут. И под 1/2 дюйма у нас 12 штук. По размерам маленькие головки под 1/4, самая маленькая у нас 4 мм. И самая большая у нас на 14. Это под 1/4 маленькие головки. И под 1/2 у нас самая маленькая на 14 мм, 6 граней. И самая большая 32. Вес головки 32 мм, 249 грамм. Она увесистая. И головки, видите, здесь верхняя часть у нас идет глянцевая, внизу идет матовая. Надписи на головках 32 мм, логотип Hans, надпись Hans и номер по каталогу. Они полностью гладкие, без каких-то ребристых поверхностей. Головок Torx и головок длинных в данном наборе нет. Далее, в верхней крышке адаптер я уже вам показывал. И самое главное, здесь набор ключей. По размерам, ключи комбинированные, по размерам 8, 10, 11, 12. Потом идет 13, 14, 17, 19 и 22 ключ. По ключам надписи. Почему мы читаем надписи на инструменте? Потому что это самый задаваемый вопрос при покупке инструмента. Что написано на инструменте? Боятся подделок. Вот мы и читаем, чтобы люди, то есть покупая инструмент, сразу его проверяли. Хотя подделок на Hans, на другой любой набор инструмента, честно, мы в Украине не встречали. В принципе, подделать их никому это не нужно. Надпись Hans на ключе, номер по каталогу. И размер ключа 10 мм в данном случае, это этот ключ. Состоит кейс из двух частей. Скрепляет здесь вот такая зависа пластиковая, широкая. Закрывается на пластиковые защелки горизонтальные. Материал затовления хром ванадиевая сталь. Ну, инструмент держится верхней крышкой. Единственное, ключи, как видите, здесь они не вставляются не ребром, а вот широкой частью. Хорошо закрепляете в верхней крышке. Тогда они выпадать у вас не будут. По габаритам кейса вес набора 5,9 кг. Ширина 38, длина 29,5, высота 8 см. Ну, закрывание я уже показывал. Это вот на горизонтальные замки. Логотип Hans у нас идет на верхней крышке. Hans и надпись Hans и сам логотип. Кейс, пластик здесь, не сказал бы, что он мягкий, но такой средней жесткости. Пружинит, нажимаешь пальцем, пружинит. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором набора инструментов.